В Аламудинском районе введен в эксплуатацию дополнительный производственный комплекс кирпичного завода. Раньше в сутки производилось 10 тысяч кирпичей, а теперь с запуском второй печи будет производиться 200 тысяч кирпичей. Завод производит около 100 видов керамического кирпича самого высокого качества. Жженые кирпичи устойчивы как и к жаре, так и к холоду. Имеют сертификат о полном соответствии требованиям. Работа на заводе полностью автоматизирована. Рабочие же контролируют только работу оборудования. Такое оборудование необходимо для производства кирпичей по соответствующим стандартам. Например, процесс резки и сборки выхода кирпичей полностью автоматизирован. Сотрудники следят только за качеством сборки и выходом качественных кирпичей. Поэтому сотрудники должны следить и исправлять неисправности. Следует отметить, что для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду дымовые фильтры сокращают выброс вредных веществ в воздух почти на 95%. Недавно установленный фильтр проходит через воду, и нежелательные вещества удаляются в виде осадка. Вода может быть повторно использована в производстве после осаждения и очистки. Сегодня открылась у нас вторая линия печки. До этого у нас было объем производства до 100 тысяч сутки кирпичей, но сейчас востребованный объем очень много у нас, и поэтому мы решили расширить свой завод, увеличить объем производства. Сегодняшним открытием мы в дальнейшем уже будем достигать до 200 тысяч кирпичей в сутку. В сутки это увеличит объем нашего производства. И также мы можем обеспечить строительные потребности наших граждан. Средства на строительство второй печи и приобретение необходимого оборудования выделил Российско-Кыргызский фонд развития. Отметим, что фонд оказывает финансовую поддержку 25 предприятиям из 100, которые будут открыты в этом году к столетию Карагандинской автономной области. Российско-Кыргызский фонд развития в 2022 году начал финансирование проекта «Байтек-Куралыш». Со стороны фонда было выделено 1 миллион 350 тысяч долларов на дооснащение и модернизацию завода. При поддержке фонда была установлена новая линия, которая в два раза повысила потенциал завода. Также со стороны фонда была приобретена дополнительная техника и оборудование, а также автоматизированные линии, которые позволили автоматизировать данное производство. На текущий момент проект «Байтек-Куралыш» является одним из самых перспективных и автоматизированных производств кирпича на территории Кыргызской республики. В рамках столетия Карагандинской автономной области на территории Кыргызской республики была поставлена задача запуску 100 промышленных предприятий на территории Кыргызской республики. Общий объем инвестиций в рамках данных проектов составляет более 2 миллиарда долларов. С ростом строительных работ в стране вырос и спрос на кирпич. Благодаря новым предприятиям есть возможность избавиться от зависимости импорта. В ближайшее время в области будет запущен еще один крупный кирпичный завод. Этот завод ранее работал, но они обратились в связи с тем, что потребность в строительных материалах именно кирпиче стала больше. Они обратились к государству о помощи. Со стороны государства было выделено денежные средства со стороны Кыргызско-Российского фонда, в связи с чем сегодня открыта вторая линия производства. Отметим, к столетию Карагандинской автономной области в Чуйской области откроется еще 40 новых предприятий. Айсулу Умурзакова, Айкен Муратбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй, Чуйская область.